Военный оркестр прямо во дворе. Такое возможно только в Кубинке. На Армейской улице по-домашнему, но с размахом отмечают Новый год и Рождество. Стало достаточно хорошей традицией нашего городка, что какие-то памятные, знаковые для нас даты мы стараемся встречать вместе здесь, на этой площадке, особенно при активной поддержке нашей администрации Одинцовского городского округа. Поэтому здесь каждый праздник, каждое мероприятие, либо концерт, либо гуляние, но народное веселье. А мы как раз проводим такое мероприятие, что все люди вышли во двор, здесь гуляли, праздновали, общались, развлекались. Видите, как великолепно у нас здесь все сделано. Сани, олени, горки детские, на тюбинках катаются, дети радостные, прекрасно. Пусть и не в снежную даль, а по двору, зато на настоящей лошади. Праздничная программа была насыщенной. Это не только концерт, подготовленный силами военнослужащих и членов их семей. Пока одни катались с горки, другие соревновались в меткости и ловкости. Самые смелые взялись за ножи, самые осторожные предпочли дротики. И первое и второе строго под контролем десантников. Не торопись, вот смотри, берешься вот тут, и прицессии кидать. Взрослым было непросто оставаться сторонними наблюдателями. Тоже хотелось попробовать свои силы. На празднике интересно и весело было всем. Хороший праздник, людей много. Концерты. Весело? Весело, да. Сегодня и не холодно, так что хорошо. Все понравилось, весело, отлично. Спасибо, кто организовал это все. Все очень круто. Все понравилось. Молодцы, что сделали. Молодцы, ребятки, молодцы. Молодцы. Очень хорошо, довольный народ. Все-таки настроение праздничное. Спасибо вам большое. Кто хорошо отдыхает, да еще и на свежем воздухе, у того аппетит отличный. И об этом тоже позаботились организаторы. Я сейчас пробовал кашу, которую готовят на полевой кухне. И она очень вкусная, я люблю вот такие штуки с тушенкой всякие. Народные гуляния на Армейской в Кубинке завершились уже вечером. Погода позволила жителям погулять подольше. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».